Привет, друзья! Вот сегодня на массаже я. Хотела показать вам немножко раньше массаж, но что-то побоялась. Хотя здесь людей немного, но что-то подумала, что не разрешат мне снимать. А сейчас вот пью чай после массажа. И решила вам рассказать. Вот именно по поводу массажа хотела рассказать вам. Это вот один из салонов массажных. Вот такой вот красивенький. Там есть еще на второй этаж, где делают тайский массаж. А здесь, как вы заметили, делают массаж ног. Я вот тоже делала массаж ног. Сейчас вам расскажу. Ну вот такая я красотка, друзья. Привет. Опять мне не удается показать вам полное мое лицо. Я купила себе, однако же, я думаю, новую селфи палочку, и там я смогу вам все-таки показать свое лицо. Это я с пляжа иду. И вот такая вот я красавица. Вот посмотрите, как я похудела, друзья. Кто меня видел, может быть, помнит. Так, ну дальше рассказываю. Это отступление. Я зашла в туалет, шляпу одела и увидела здесь зеркало. Ну вот, я вышла из этого массажного салона, друзья. Ромчива какая-то. Ромчива Хелс. Массаж. Ну, в принципе, как везде. Я хочу вам рассказать то, что я сама узнала и то, что я сама почувствовала по поводу массажа. Хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Потому что я здесь, скажу вам, сейчас скажу, подождите. Я сделала, наверное, больше 20 массажей. Ну и в том числе, то есть я все сделала массажи практически, кроме вот арома масла. Массаж, ароматизированный масляный массаж на все тело. Вот, наверное, его я тоже сделаю. Последний, вот. А сейчас вам расскажу, знаете что? Вот кто как говорит про этот тайский массаж? Ну, я, например, думаю, что кто-то говорит, что ой, вот вы ходите подряд во все эти массажные салоны, которых тут полно, они действительно на каждом шагу, массажные салоны. И говорят, что смотрите, спрашивайте сертификат. Да какой там сертификат, друзья? Ну, кто вам будет его, этот сертификат, показывать, даже если он есть? Я не знаю. Однако же, что могу сказать? Бывает, конечно, просто смотрите свои ощущения. Бывает, вам сразу понравится, как делает человек, бывает, что не понравится. Вот я из этого исходя. Вот, кстати, впереди слева 15-этажное высокое здание с зелеными окошками. Это вот кондо, в котором я живу. Я, к сожалению, живу на втором этаже, поэтому у меня там темень, тьма тьмущая. Кто-то скажет, хорошо, может быть, что солнце не светит, но не знаю. Мне не нравится, честно сказать. Я же говорю, что я просыпаюсь утром, и я даже не знаю, какая на улице погода. Солнце или дождь, вообще ничего не видно. Но это так, отступление. Вот. Так что по поводу массажа. Вот ваши ощущения прежде всего. Значит, я пробовала делать массаж спины. В общем, какие тут массажи есть, я все их пробовала, вот вам сейчас перечислю. Массаж спины, массаж ног, тайский массаж, массаж лица и вот этот вот арома-массаж. Он бывает называется ойл-массаж просто, бывает называется арома-массаж, а бывает называется алоэ-вера-массаж. Ну, это все одно и то же на все тело, вот вам делают просто разными какими-то маслами. Вот такой вот массаж. Так вот, что хочу вам, друзья, сказать. Мне больше всего понравилось, конечно, тайский массаж и массаж ног. Вот, конечно, каждому свое. Я тоже думала, что вот у меня
проблемы со спиной, может быть, сейчас мне спину тут хорошо сделают. Ну да, вы знаете, спину делают они. Вообще, многие делают, большинство делают хорошо, я скажу так. Вот. Но понимаете, тайский массаж, он включает в себя и спину, и ноги, и руки, и даже голову они массируют, и иногда лицо. Поэтому, понимаете, вот я для себя выяснила тот вариант, и потом уже делала вот такие вот, в основном, большинство массажей я делала тайские. Сегодня вот перешла на ноги, потому что немножко спинка у меня подгорела. Я плавала сегодня долго, вот решила не тревожить ее, а сделать массаж ног. Вот видите, вот эти вот макашницы ездят. Это я вам по пути рассказываю. Какие-то даже озвучены. Ездят и говорят, что там продают. Но говорят на китайском, ой, на тайском языке, поэтому ничего не поймешь. Но еда здесь на каждом шагу, как я уже вам сказала. Ну вот они, если сразу вам показать, то вот вы видите, да, массаж ног, тайский массаж и массаж спины и головы. Вот они по 200 бат, массаж ног тайский 200, а массаж спины и головы 300. Ну вообще массаж спины и головы можно найти за 200, скажу вам так. И дальше видите, oil массаж, ароматерапия массаж, coconut oil массаж. Вот. Что тут у них лицо? Не вижу face. Body scrub. Алоэ вера. Ну, в общем, фейс не вижу, фейс массаж лица. Сейчас расскажу конкретно. Так вот, массаж лица. Конечно, массаж лица, он самый дорогой. Он стоит где-то 400, а где-то даже 450 бат. Тоже за час. И я, вы знаете, хотела все-таки сделать этот массаж лица, потому что вот как иногда вот этот тайский массаж, когда я делала, мне там так хорошо тайки делали еще и лицо, прямо по вот этим точкам, знаете, специальным, массировали лицо замечательно. Подбородок, вот каких-то 5 минут мне было мало, и я решила, если они так классно массируют лицо, ну-ка я схожу все-таки на массаж лица на целый час и получу удовольствие. Так вот, друзья, никакого удовольствия я не получила. Я выбирала, читала, спрашивала, как они делают этот массаж. Ну вот, на самом ли деле, они мне сказали, что они делают скраб и маску. Я говорю, так тогда сколько времени остается на массаж? Они сказали, что когда они делают скраб, то они тоже делают массаж, естественно, там вот, как бы, чтобы это все почистилось, кожа. Ну, а маска вам придется минут 15, значит, вот по это самое полежать, а мы вам будем делать массаж рук. В это же самое время, пока я лежу, значит, делают массаж рук. Но я подумала, думаю, ну ладно, раз такое дело, значит, попробую я. Получается, что массаж все время за минус, то есть 45 минут, массаж лица меня устраивает. В общем, короче, я, друзья, очень была недовольна. Может быть, я так попала, я не знаю. Но, в общем, как-то получилось так, что мне массаж лица она сделала, наверное, от силы минут 15. Да и то такой слабенький. Никаких точек вот этих акупунктурных, или как они там называются, основных, никаких лимфоузлов, ничего никуда она мне не нажимала. В общем, просто поводила, знаете, так кругами. Вот, но зато эти маски, боже, она мне 15 минут наносила эту маску какой-то малюсенькой кисточкой, представляете? Наверное, специально, чтобы время занять. А потом, значит, вот пока, ну, пока он высох, там, ладно, она как-то мне помассировала руки. А потом она мне спонжами, вот, мочила эти спонжи в теплой воде, и вот мне вот смывала эту маску. То есть я ее могла под краном, допустим, за 3 минуты смыть. Да и мне бы, наверное, было даже приятнее самой. Ну, вот она мне, значит, спонжиками смывала, возюкала. Что мне уже просто, знаете, я хотела ее за руки схватить и сказать, вы знаете, хватит, что-то как-то вот аж неприятно мне стало. 10 минут смывать маску, можете себе представить. Короче, ну, думаю, может быть, хоть какой-то будет все-таки результат на лице.
после этой маски. Все-таки 450 бат, это 900 тысяч рублей, да? Почти 1000. Фу, 900 рублей, я говорю. 900 рублей. Ну вот, ну не знаю, недорого, дорого, кто его там поймет. Короче, по тутошним меркам то дороговато. Вот. Ну и, значит, она радостно все это мне смыла, сделала 15-минутный этот массаж, который я ожидала часовой. И меня радостно подвела к зеркалу показать. Посмотрите, значит, вот как она мне прекрасно сделала, что получилось. Я подошла к зеркалу, как была ошарашена, знаете, тем, что она мне осветлила лицо, отбелила лицо. Очень сильно этой маской. Маска какая-то сильно действующая, отбеливающая. По-моему, даже с каким-то... включает в себя опять сладкий вот этот мед. Потому что она какая-то липкая была и сладкая. Пока она это все смывала, неприятно. Так вот. Вот она мне просто-напросто отбелила мой загар. У меня получилось белое лицо. Остальное все тело. И, значит, шея вот и все остальное тело осталось загорелое. Ну и потом, знаете, мне отбеленное лицо абсолютно не надо. Я не просила. Они... Короче, вот такой массаж. Если... Массаж лица. Вот если хотите. Я, конечно, не стала возмущаться. Я просто сказала, что ой, да-да, хорошо, капунка. Капунка это спасибо по-тайски. Ну вот, но больше я вышла и решила. Лучше бы я дважды сделала массаж тела. Вот. Поэтому вам я массаж лица никому не рекомендую, друзья. Вот, тайский массаж замечательно, массаж спины замечательно, массаж ног, вот это рекомендую. Вот, а массаж лица только перевод денег. Ну, вот так вот кратенько вам рассказала про массажи тайские. Как-то, я же говорю, что кто как говорит, кому-то нравится, кому-то не нравится, то я считаю, что за 200 бат... Массаж всего тела целый час, это шикарно, я уже говорила. И потом все равно чувствуешь себя прекрасно. И пусть мнут там, хоть они профессионалы, не профессионалы, но, как сказал один мужик, а по мне так пусть мнут, все равно хорошо. Так что вот, друзья, пишите свои отзывы, пишите вопросы, с удовольствием отвечу. Всем вам всего хорошего, удачи, пока-пока.